75 лет побед. Все началось еще в 1937 году. На базе Щелковской школы номер 4 открылась секция спортивной гимнастики. А спустя 10 лет отделение было преобразовано в спортивное учреждение. Сегодня оно одно из старейших в округе. В этом году Щелковская детско-юношеская спортивная школа отмечает юбилей. Так, в универсальном спорткомплексе Подмосковья состоялся праздник, посвященный 75-летию учреждения. Событие для нас очень значимое. Мы одна из самых, получается, старейших школ дополнительного образования, вообще спортивных школ в нашем городском округе Щелковы. Первый директор Князев Виктор Гурьевич открыл отделение спортивной гимнастики. Как раз в этот момент открылся наш спорткомитет. И по факту вот история начинается оттуда. История развития массового спорта и спорта высших достижений напрямую связана с такими учреждениями. С появлением школы многие дисциплины стали доступны, и под чутким руководством профессиональных наставников щелковцы стали добиваться высот в командных видах спорта, личных побед. Школа дала путевку в жизнь многим, воспитала поколение чемпионов и призеров первенств мира, России, Московской области. Сегодня учреждение успешно продолжает развиваться. Здесь представлены более 20 видов спорта – волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика и многие другие. Из года в год появляются новые направления. Только в этом учебном году открылись отделения лапты и спортивного туризма. Ранее было открыто отделение карате киокусинкай, а также софтбола и бейсбола. В школе обучается порядка 2000 ребят. Воспитанники учреждения успешно участвуют в областных, всероссийских и международных соревнованиях. И, конечно, добиться любой победы было бы невозможно без той огромной работы, которую проводят тренеры-преподаватели. Моя работа по душе. Я очень рада, когда дети прибавляют. Мы вместе разделяем и горе, и радость. На данный момент мы только приехали с первенства Московской области до 13 лет по софтболу, где наши малышки выступили очень хорошо и уехали с позитивным настроем. Впереди нас ждет первенство России. Работаю в детской спортивной школе, которая сегодня исполняет 75 лет. Конечно, большой праздник, большое событие в нашем городе и районе. Вообще детский тренер – это особая роль, я считаю, потому что любой детский тренер отдает всего себя для того, чтобы научить подрастающее поколение. Даже мы больше радуемся тому, чего в жизни, может быть, сами не добились в спорте, будучи юными сами, да, а вот когда твой воспитанник достигает и тех результатов, которые выше тебя, как тренер, конечно, мы гордимся этим. Я горжусь, что я тут учусь. Мы любим свою школу! Пройден немалый путь, но впереди новые достижения. И благодаря тому опыту, который передают ветераны спорта, профессиональные тренеры новому поколению наставников, школа продолжает свои традиции. Времена меняются, но миссия учреждения остается прежней – развивать массовый спорт и спорт высших достижений, воспитывать будущих чемпионов, неравнодушных к спорту людей. Анна Балиет, Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.